Пожалуйста, проходите. Садитесь, пожалуйста. Слушаю вас. Доктор, у меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну, как идти на работу? Ну, прямо все тело пятнами покрывается и... все. Ну-ну. Ну, что ну? Аллергия. Ну, может, там человек понюхал цветок в обморок. Некоторым от цветов все плохо на рынке. А если я когда покажу много бумажных денег, они начинают задыхаться. Ну, аллергия. Ну, у каждого своя же. Я на деньги не нормально. Мне сколько не даю. А вот работать не могу. Ну, прямо всего начинает ломать. Последняя надежда на вас. Почему последний? Так я у всех был. У врачей я всех вошел. Прихожу к глазняку, говорю, доктор, вот как работу увижу, ну темно в глазах и все. Он говорит, тебе надо к терапевту. Никто ж ничего делать-то не хочет. Ну вы у терапевта-то были? Ну был, я по хитре делал. Я, значит, все, что чувствую, написал. И даю ему, говорю, что это по признакам. Он читает, говорит, ну, по всем признакам, это беременность. Я говорю, ну как беременность? Он говорит, а что вы удивляетесь? У половины человечества это бывает. Я говорю, подожди, я и другой половины-то. Он говорит, иди ты, он говорит, к психиатру. Сходили? Был. Ну, если прихожу к нему, он сразу же молоток. Ну, если я его опередить могу, тогда он гипнозом говорит, спинки, говорит. Ну, я сплю. Он говорит, спой. Я пою. Он говорит, пройди по потолку. Я прошел. Он говорит, работай. Ну, как мне затрясло всего. Он говорит, лечить тебя бесполезно. Он говорит, у тебя что-то вот в центральном мозгу, значит, отключено. Последняя надежда на вас. Все ясно. Раздевайтесь. До пояса? До пола. Ага. Это бюллетень? Диета. Какая диета? Ничего не есть. Ну, вроде бы, первый раз слышу такую диету. Старинный рецепт. Народная мудрость. Кто не работает, тот... Так он что, не ест, что ли?